Здравствуйте. В эфире программа телеканала «Самара ГИС. Право на маму». Вот и встретили мы с вами новый 2023 год. Так хочется, чтобы этот год был добрым, светлым, мирным. Чтобы исполнились все маленькие и большие желания. Чтобы исполнилось наше общее пожелание солнечной девочке Василисе найти свою приемную семью. А всем мальчикам и девочкам семьи Кожаевых и их маме Наташе доброго во всем Нового года. Смотрите программу «Право на маму» в понедельник в 18:45 на телеканале «Самара ГИС».